Ну вот, две башни, но они далеко не близнецы и даже не двойняшки. Потому что первая башня, которая слева от меня, это, наверное, спасательная лестница, пожарная. Спасательная лестница, а правее это, наверное, как бы является макетом дома, здания. Таким образом, если в здании, в правой башне случится пожар, значит, жильцы могут перейти в левую башню и таким образом спастись от пожара. Вот такие вот сейчас башни, спасательные лестницы, которые слева от меня, будут строить в недалеком будущем. Ну вот примерно так все это выглядит. Конец.